Вопрос Офульджан. Офуль, еще не можешь зайти? Алексей, ты дома или Привет. где? Привет, батл. Привет, привет. Ну, давайте. Давайте Ваш попробуем. котик прям как я. Похож. Ну давай, кто кого? Вы Все. рассказываете? Таруся, Я тоже. вы. Мы с Беларуси. Я тоже, очень Таруся, вы приятно. тоже. Я армянка, живущая в Белоруссии, вот так скажем. Азербайджанец тоже, живущий в Беларуси. Азербайджанца. А вы белорус? Ну, жена Я, белорусская. да. Да, Да. белорусская. А вы с А вы какого знаете, города? что меня здесь в ТикТоке азербайджанцы ваши обижают из-за того, что я армянка? Почему? Вот скажите им вот так вот. Вот так У вот меня, сделайте. кстати, друг армянин. Да, Армянин. есть у Да, у меня в нас. Москве друг армянин. А тут все дружат, тут такого У ж нас нету. много друзей армянин. Просто они меня обижают, я отвечаю. Если уж там где-нибудь увидите, не обижайтесь на меня, потому что без ответа я оставить не могу. Да нет, это честно тебе скажу, это люди, которые, ну, с головой не дружат. Да. Настоящий азербайджанец не обидит девушку. Вот На, смотри, вот вот, это вот настоящий мужик. Покажи да, ему. вот. Вот Вот скажите, это вот. настоящий Он же мужчина тебя не не обидит, обидит конечно. девушку, правильно? Никогда. Да. И не важно, кто и какой национальности. Спасибо, И среди офигенно. белорусов есть. Есть, Ну, конечно. вы нас выигрываете, у вас там ого-го. Ну, у меня не ого-го. Я сегодня в первый раз с этого аккаунта вышла в эфир. Это мой 21-й аккаунт. У меня 20 аккаунтов заблокировали. А за что блокируют? За что блокируют? За то, что отвечаю азербайджанцам на их гнев. Вот за это и блокируют. Азербайджанцы. Ну, это первый раз попался нормальный азербайджанец. Нет, они попадаются, слава богу, не все потеряно, но вы хороший. Я рада, что хороший азербайджанец Вот попал. у нас кот тоже азербайджанец, вот. Вижу, белорус. Британец. Он британец. Нет, белорусы тоже хорошие люди. Глаза зеленые, белорус, 100%. Нет, Дочка разница, на видишь? азербайджанку похожа. Да, ты азербайджанка? Она мне говорит, что папа с другой планеты. Нет, папа не с другой планеты. А они были в Азербайджане или нет? Офеля Джан, Не, хватит! Не были? Ай. А собираетесь? не были. Думаем, Когда подрастут, будут. Да, Да. собираемся, конечно. А ваша родня в Азербайджане Они думают, живет что или тут? Азербайджан это Ваши родные и там тут, и живут или там, тут? везде. А. И там, и тут, везде. У А, нас везде родня. понятно. А у вас? Вы А, здесь одна или с одним? я тут одна живу, вся родня в Армении, конечно же. А интересно, как вы попали в Белоруссию? Муж меня привез. В Армению увидел, забрал оттуда и привез. У нас здесь есть одна девчонка, у нас есть тут одна девчонка знакомая. Она кто? Хумора. А, да. Она, Я ее короче, знакомлю. узбечка. А, И она женилась на Беларуси. Ну, на Чего? Беларуси, да, на Беларуси. И она такая, короче, ну, тоже.
Я говорю, а как ты в Белоруссию попала? И она рассказывает, он приехал и очаровал меня. И она туда-сюда попала. Да, но Я получается... надеюсь, она нас не смотрит сейчас. Нет, думаю, нет. Сколько у вас человек? У нас всего лишь три человека. Привет, Они мистер, привет. популярны. У меня Мы 7, у меня популярны там очень. 8. Вот сегодня мой основной аккаунт просто заблокировали, вот там всегда больше людей собиралось, а здесь пока не знают. Но А ничего. на этот подписаться можно? Можно, конечно, Ну, на подписаться. этот подписаться можно, да? Да, Все, мы можно. подписались. Подпишись. Очень такая прям позитивная. Да. Барышня. Только видео мои будете смотреть, пожалуйста, не обижайтесь. Я там вас обижаю, потому что меня трогают. С вашими А, азербайджанскими нет, блогерами я мы... воюю постоянно, потому что они всю мою нацию оскорбляют. То есть я это безответно не могу Не, оставить. ну, нет плохих людей. Ну, просто как бы... Тот, Да. кто оскорбляет в интернете, мне кажется, это, ну, как бы люди такие. Альберт пишет, Вот. что А, зависает ну, эфир, нельзя оскорблять. пипец как. Блин, а чего так? Вот, смотрите, у меня друзья азербайджанцы, русские, белорусы, армяне. Армяне у меня очень много друзей. И когда мы с ними в Москве встречаемся, да, мы приходим какой-нибудь в ресторан отдыхать. И все такие, как? Азербайджанцы с армянами, ну, и вот так вот, они не понимают этого. Ну, мне нет разницы, потому что дочка вырастет, я не знаю кого, может, она китайца домой приведет. Да, Карин? У меня, между прочим, Знаешь, что нам здесь вчера тут... знакомый есть, азербайджанец женился на армянке здесь, недалеко от меня. Ну, любовь, когда есть, ничего не поделаешь. Она нации не спрашивает. Недавно наткнулся в ТикТоке на видео, человек женился на, как это, ну, правильно сказать, девушка с Нигерии, ну, с Африки. Я на них подписался, я просто в шоке. У них такая красивая семья, они наплевали на все законы. Он выставляет, какой он красивый, ну, какой вообще супер-супер, ну, вообще. Я просто смотрел это видео, и я просто был до такой степени был воодушевлен, что, ну, нет вот этой вот нацистской вот, ну, что... И у них ребенок родился. И он выставил ребенка, что он... А вот таких, какие дети красивые рождаются? Ну, смешанные крови, когда Нет. дети красивые рождаются. И здоровые. Тут, ну, тут нельзя, короче. Да, тут нельзя, как бы, ну... О, блин, ну как тебе сказать? Тут нельзя, короче, если кого приведет моя дочка, я любого полюблю, ну потому что это ее выбор. Это не мой. Конечно. Да, Карин? Да. А, и Поэтому Карина все. сейчас это Мне вообще... скажет, папа дал добро, буду делать, что хочу. При ней не говори. Не, она хорошая девочка. Конечно, хорошая будет. Главное, что с Учится улыбкой. хорошо. Мне Зависит. вчера, знаешь, что говорят в чате? Что? Сколько лет вы вместе? Ну, вот мы с ней сидим, и они мне говорят, сколько лет вы вместе? Я говорю, вы что? Это моя дочка, говорю. Ой, некоторые не соображают, что поделаешь. Вы еще тоже Алексей там нам елочку? пишет, ой, красота. Что? Ясненько. Не, это нам тут пишут, что моя дочка красотка. Конечно, красотка. Все дети красивые. Периодически зависает. Ясно. Так. Ну, Ясно. Ну, мы рады были познакомиться. Побежим дальше. Может быть, там в Москве хорошо, еще давайте пообщаемся. играть.